Ой. Сюрприз, дорогие друзья! Сегодня сыграем замечательнейшую игрушку по названием CSGO. И это, как обычно, у нас режим матчучек CSGO. Ну и со мной, как обычно, Данил, поздоровайся. Всем привет! Да, ну и в общем, мы вот уже собрались. Все, силами собрались. Ну, а я выхожу на охоту. Ты, надеюсь, спрятался? А. Если ты увидишь два разбитых окна, это я случайно выбил их. А, я вижу. Я сразу в эту комнату зашел. Тебя слышу. Максимально тебя слышно сейчас. Я тут знаю одну ручку. До свидания. Ладно, я тебе даю шанс. Сбегай. Спасибо. Давай. Раз. Так, я застрял в потолке, идем, давай. Эу, куда убегал? Она стоит. Давай, еще один шанс даю. Ну, давай, еще один шанс. Ну и, в общем, смотри. Я тебе сейчас объясню правила. Мы играем... Сначала ты прячешься три раза, а потом я прячусь три раза. Мы вот в этом весь видеоролик. О, я кое-что нашел. Я нашел кое-что, нычку. Она не совсем для меня подходит, поэтому будем искать. Нашли комнату, похоже на PewDiePie, я ищу все, что надо, все. Я нашел максимальную нычку. Я вижу тебя. Ты видишь меня сейчас? О, а как тут оказался? Куда? Как сбежать? Помогите мне. Ты оказался? Ты что, ну клипом пролетел? Нет, тут есть такая нычка просто. А, ну ладно, я тогда пошел тебя искать. Вот это, иди туда. Уже Ай, да. Иди сюда, вот. Это, тебе костер для выхода твоего. Иди. Давай, тебе даю 10 секунд. Раз. Так. Два. Три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Все, я выхожу. Так быстро, так ты честно, челик. Все, я нашел нычку. Ты меня не найдешь, поэтому я буду так. Оп. Я тут стеклышко выбиваю. Эта нычка очень беспалевная. Так, ну я сейчас поищу эти беспалевные нычки. Ты меня найдешь, я офигею просто. Это такая нычка хорошая. Она не провалится под пол. Я не в кустах. Так, она ну не ладно, провалится мне тогда... под пол. Это тогда офигенная нычка. Так, тебя тут нету, значит ты тут. На. Главное, как не в прошлый раз, к тебе провалиться под пол не надо. Так, ну, кстати. Могу дать тебе подсказку. Не, пока что не надо, я пока что буду искать. Хорошо. Ой. Ё-мо, ищу. Ладно, ты пока ищи, я быстро отойду, сейчас приду быстро. Ага, быстро отходи, быстро приходи. А чё это проблема с соединением, авка, отключение у меня? Я не знаю. Эй, нет норм. А, сервер был выключен. Нормально сняли. У меня выключен был. Сейчас. Угу. Я уже нычку, которую я ищу. Вот я залез. Какие-то шумы. Тузи, Кирилл, вы слышите какие-то шумы? Нет. То, что вы тут скребетесь сверху. Ай-яй-яй, Кирилл, вы чего? А где это вы? Ах, тут. Это не наверху, нет. Это не здесь. Ладно, я пошел искать. Ай, удачи. Так, где это ты можешь быть?
Наше секретное слово мы не говорим больше, которое вылетает от нас. Да. Одна подсказка тебе за просто так. Ты найдешь летая окно двери, это значит, что я там. Окно. Да? Что найти? Ёшка, сказал. Выбитое окно. Окно находится не внутри, а снаружи. Ну я тут все окна сейчас сам попростреливал. Вот какое-то разбитое окно. Вот, сломанное полностью, да? Ну. Я его не ломал. А где тогда оно сломалось? Наверное, само. Это подсказка, да. А теперь ищи, где оно может быть. Ты захочешь еще одну попытку, говори мне, я тебе подскажу. Так, где ты можешь тут сидеть? Я потом в одной и той же нычке не буду сидеть. Найду другую. Тик. Стою налево. Что мне делать? Где сейчас? Подожди. Я не знаю, где это. Максимально. Бежим, бежим. Не трогайся, не трогайся. Все, я убегаю. Убегаем. А нельзя пользоваться калашом. Все, пока. Давай, это я тебе фору дал. Это я тебе по ноге выстрелил. Не надо мне фору, не надо. Я просто бегу. Да, беги. Я тебе фору даю. Бежать, куда бежать? Интересно, куда? Ты просто меня засунул. Ой, засол, зашел. Давай, у тебя еще одна попыточка спрятаться. Ты говоришь, ты меня будешь видеть, когда я буду идти по коридору? Знаешь, это место, да? Нет, ну тут их таких много, конечно, а также коридоров тут таких вот достаточно много тоже. Поэтому здесь вот только вот у меня где-то, ну, 4 варианта, поскольку я многих не знаю. С первой попытки. Ай-яй-яй-яй. Посадил. И сгорел. А какой у меня скин? Какой у меня скин? Морковка. Почему не банан? Ладно, давайте. Ну, раз такой момент. Дорогие друзья. Ну, давай, раз такой момент, я тебе даже дам один шанс еще. Давай, я уже становлюсь, дорогие друзья, мы становимся. Я становлюсь маньяком. Он будет... водить. Да, Будет в машину и поедет. Я буду искать его полночи. Так, я где-то помню, нычка какая-то была прям крутая, которая мне понравилась. Но я не знаю, где она, вопрос. Кстати, а откуда у тебя калаш? Как ты купил его? А тут это телепорт, это такая, это тут габены приходят, тут ко мне всякие это сотрудники. Я сейчас найду нычечку какую-то, я потом когда... Ой, я нашел нычку у тебя прям вот здесь. Ты найдешь меня точно. Так я сейчас прячусь. О, все, я спрятался. Я пока что ищу. Я просто осматриваюсь пока. Чтобы найти нычки, если я, когда я вел, я мог искать. Дерва. Если у тебя фамилия Дерван. Да. Так, я готов. Coming out. Все, маньяк came out. Выходим. Ты мне даешь такую подсказочку? Какую? А, ты наверху, я понял, раз ты... Смоки увидел. Да, я смоки вижу, ты наверху. Я не думал, что их видно будет. Перемещаться может?
Охренел, мне прям в лицо кинул смог. Давай, вали. Ой, вали, вали меня, давай. На, я тебе сейчас кашку забросаю. А скажи, а можно перемещаться или нет? Как перемещаться, я так и не понял. Типа между, между, как там тебе сказать, блин, я забыл, что сказать тебе. Ноуклипом передвигаться? Нет, не ноуклипом, а между нычами его. Ну, можно, в принципе. Все, тогда ладно. Нет, можно, если тебя заметят. А. Но я сейчас пока что не хочу, потому что ты никогда не догадаешься, как сюда залезть. Если ты только не видел у популярных ютуберов эту серию по этой карте. Я вспомнил эту карту. У кофе. Да. Я смотрел ее. Иди ко мне. А, я максимально... сам себя слепил. Ищем это нычку, я вспомню вроде ее. Дать подсказку, как сюда забраться. Давай. В общем, смотри. Подсказка, как сюда забраться. Тебе надо найти такую вот штуку, по которой, знаешь, такая возвышенная деревянная балка, по которой вот, допустим, там вот дети ходят, либо же вот просто вот ходить там на физкультуре. Понял, я все помню, я все помню. Да. Я понял, как. Я еще себе нычку нашел, прикинь. Угу. Ловушка есть, понял? Вот и нычка. Круто. Все. О, привет. Куда ты идешь? Я в лицо просто закинул ее. Ай-яй-яй, я себе ножку сломал, бедная моя ножечка. Да куда? На фу-карты облетели. Круто. Да вот, это по полкарты полетел к тебе. Нашел кое-что лучше. Давай. Залетай. Я пока что ищу. Ой! Как ты это сделал? Я телепортер использую. Есть такой какой телепортер, понял? Чё, ты не нашел! Это не считается, что я тебя нашел, понял? Нет, ну я сам, в принципе, не хочу, я за честный игру. Но! Харю. Ай! Хорош! О, у тебя теперь моя мама есть. Правда, она сейчас удалится? Не послушай, мальчик. Козликом непослушный мальчик. Я из тебя морковь. Я из тебя суп сделал, понял? Морковь. Смог гренейд. Как я написал? Грин. Ай! Я понял, как ты это сделал. Ты себе оружие выдаешь. Не, я просто смог выписал, чтобы тебе давать подсказки. Дай мне калаш, дай мне калаш. Нет, ты меня тогда убьешь с одной пульки. Не, я не убью, давай. Не. Хорошо, дай оружие, с которой я не убью с одной пули. Ну. Она лежит вот где вот это вот. Я тогда прятался. Ну вот где ты меня вот, короче, убил в прошлой серии. Ой, за... в прошлой серии. У нас серия есть? Не в прошлой серии, а в прошлый раз, вот как вот меня сейчас вот убивал, вот там вот я оставил тебе АВП, подарочек, вернее, это не АВП, это подарок. Залетели? О, не АВП, говорит он. Спасибо. Нет, не АВП, это не АВП. Мне дал АВП Эхерон. Да, я там... Знаешь, кстати, откуда мне этот скин выпал? За хорошую игру. Серьезно? Да. Я сам в АВАПе был. Потому что АВАПы вообще стоят это самые дорогие скины на АВАПы. Хороший тузик, хороший. Там по 100 рублей
Ну, сейчас я не помню уже сколько, может быть, подешевел или подорожал, но когда-то было... Ребята, сегодня, я понял. Ребята, сегодня я вам разрешаю не подписываться на Тузика. Так, на свободу действий. Пошутил, можете подписываться. Дай подсказку, где ты? Я на улице. Вот это вот самая жесткая подсказка. Потому что я в самом лоховском месте, меня это легко заметить. Если я не замечу, то не ты лох будешь. Ты понял, кто лох. Марков, ой, этот Гринч. Ты меня видишь, да? Нет, я тебя не вижу. Я тебя не вижу. Я тебя не вижу. Не, я тебя не вижу. Я тебя куда? Я тебя... Я тебя не вижу. Чё, дядя? Ты где? Я тебя тролль. Я тролль. Ай! Всё, красавчик. Побили. Давай, у меня остается последняя попыточка. А у тебя скин кого? Скин Гринч. У меня скин Гринча виден, да? У тебя скин Гринча, а у меня тогда был скин мясника, да? Ну это потому что, блин, я свой купленный это никак и не поменяю. Так. Можем еще сейчас с этой серии, с серию для ребяток. Как мы играем один на один или другое? Да, давай, вот тупо Гринч с кучей хп играет с... ну, давайте я какую-нибудь СМГ дам, вот с твоим количеством хп, вот я тебе дам какую-нибудь СМГшку, а сам буду играть с ВП. Ну и кто выиграет, я не знаю, правда. Кто выиграет? Ребятки, если что, я немножко подболел. Ага. Немножко приболел, поэтому если я буду кашлять, не обессудьте. Блин. Эй. Раз, два, три, четыре, пять. Что за ощущение? Но! Как раз я буду пытаться без подсказок, чтобы ты типа играть хорошо. Только у тебя оружие, а это нечестно. Ладно, все, я отключил прыжки. Все, я отключил порошки. Порошки? Какие-то порошки. Я понял, где ты, дядя. Я понял. Зачем ты украл? Зачем ты украл мою обувь? Сидя! Чё ты садишься? А что ты сидя идёшь? Что ты сидя ходишь? Что ты сидя ходишь? А что ты сидя ходишь? Подожди, а как ты сюда прошел? Я тебе прыжки отключил. А так нечестно. Так это тут, это троллфейсы кнопки. Это кнопки троллфейсы тут такие. Я это ничего не делаю. Я тебя понял, где ты, подожди, я понял, где ты. А я не понял. Что ты тут делаешь? А тут прохода нет. Ай, ты меня убил. Привет. Ай! Ой. Ну давай, кстати, последнюю серию. Вот реально это было прикольно. Ой, последняя серия. Давай я сейчас последний раз прячусь и все. А, да, ладно. Не, ну прикольно получилось. Давай еще раз так вот спрячемся. Вообще, не, ну люто ты меня нашел. Смотри, как я встал просто. Да. Сейчас приду к тебе. Так, А какая? Я понял, как ты придешь ко мне. Ты же через нычку, я понял, какую. Нет, не понял, там нет прохода. Но я тебе не скажу, с какой нычки я туда пришел. Через верх туда пойдешь на меня. Ой-ой-ой, ну где же тут эти лазяты? Дай мне калаш, это будет Unreal, у тебя найди без калаша. С калашом это Unreal, понимаешь?
Откуда ты знаешь, что у меня калаш сейчас? Ты сказал сам, я себе выдаю калаш. Я сказал. Give weapon a custom Roxy. Круто получилось. Ладно, я его все выкинул в какашку. Блин, тут проходов что ли нету больше? О! Ема, тут нычка. Ты никогда не догадаешься, что тут за нычка. Так, смотри. Мне оружие дал? Не дал. Не дал, а да. Чё, ты плохой сыщик и маньяк. А как всё, не залезть? Всё, я отписываюсь от тузика. Капкан. О, тут капкан есть. Я тебе смотри, я тебе в одном из этих кинул калаш. В одной из комнат я тебе оставил калашик. Вот вдруг, если кому-то понадобится. Такой добренький, все, подписывайтесь на Тузика, он очень добренький мальчик. Это было очевидно, что ты встретишься именно здесь. Я же знаю. Ей! А? А все. А уже все, 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 все. Надо было. Включи мне прыжки. Ой, а я ничего не отключал, кстати. Ё-моё, я сам ничего не вижу. У меня тут, да, очень проблемы, кстати, были с прыжками. Это очень тяжело тут залазить. Ё-моё, я ничего не вижу, и ты тут еще огня прибавляешь. Да, куда пошел? Хорошо, сейчас будет расстрел тебя, понял? Нет, не надо. Не надо расстрел. А то сейчас как бы это, затроллю. Не надо, больно стреляешь. Не надо. Не надо, больно стреляешь. Не надо, больно стреляешь. Не надо. Я все это время в окне стоял. Еще ты причем? Не дай больно. Я уже за спецназ. Да, ну и в общем, как говорится, всем пока-пока. Пожелаю что-нибудь, дорогие зрители. Подписывайтесь на Тузика или не подписывайтесь, как хотите. Да.